Всемирный конгресс татар заинтересовался опытом похвистневских предпринимателей. Предприятия района включили в трехдневный тур по татарским селам России. В Алькино приехала делегация бизнесменов со всей страны. Чем рискуют бизнесмены из глубинки и как намерены поднимать село, Нина Ванина продолжит. Встреча по обычаю татарской гармонью и баурсаком. Небольшое село принимает делегатов со всей страны. Алькино – это последняя точка работы съезда предпринимателей татарских сел. За 3 года в таком составе выяснили, проблемы у всех, в общем-то, одинаковые. В каждом регионе есть какой-то ценный опыт, в каждом регионе есть свои подходы к развитию предпринимательства. Через татарские села вышли на огромную проблему сохранения сегодняшнего села. И предприниматели в этом деле должны играть ключевую роль. В России около 4000 татарских сел. По национальным традициям живет и работает и Алькино. Делегатам показывают производство халяльной продукции, мясомолочную ферму и, это набирающий обороты бизнес, агротуристический комплекс. В экологически чистом месте можно кататься на лошадях, квадроциклах, удить рыбу. В Алькино рабочими местами обеспечили не только своих жителей, принимают на работу и из соседних деревень. Это малый бизнес, это фермерское хозяйство. Чтобы сохранить село, надо обязательно создавать условия работы людям. Если мы создадим условия работы, рабочие места, тогда мы село сохраним. Любое предприятие – это доходное, это поступление в доходную часть бюджета. Пускай оно пока как бы скромно, но мы понимаем, что несколько лет мы занимались как бы именно составляющей, ну, фундаментообразующим предприятием, то есть предприятие. И сегодня, наверное, уже пришло время, когда мы будем пожинать плоды, то есть соответствующим образом получать налоги. При условиях работы в составе ВТО татарские предприниматели решили сделать ставку на традиции и работать сообща. Инициативы, давшие первые реальные результаты, поддерживает и государство. Некоторые предприятия Алькино получают субсидии на развитие из областного бюджета. Нина Ванина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Похвистневский район.